Выборы, которые будут определять жизнь нашего района в ближайшие годы, постоянно в центре внимания всех заинтересованных служб. Наша съемочная группа побывала на совещании, где обсуждался вопрос соблюдения законности и правопорядка при подготовке и проведении выборов. Подробности в первом репортаже выпуска. Руководители районных силовых структур, главы городского и сельских поселений, представители политических партий, сотрудники администрации района были приглашены на совещание. Открывая его, глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что эти выборы многое решают, и поэтому к их проведению нужно подойти максимально серьезно. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков проинформировал собравшихся о работе по подготовке к выборам. Делается все необходимое, чтобы во время выборов не возникло никаких проблем. Мы хотим обеспечить безопасность, чтобы люди, пришедшие на избирательный участок, шли смело и знали, что никакой опасности на избирательном участке нет. Поэтому мы пригласили сюда силовые структуры, которые есть. Опять же, когда мы выезжали, смотрели готовность избирательных участков, с нами тоже были и МЧС, и полиция, и вневедомственная охрана. Все смотрели именно безопасность, чтобы в день выборов все прошло ровно, спокойно, без всяких скандалов. Вот именно вот этот вопрос мы преследовали. И мы призываем сегодня все общественные объединения, партии, чтобы именно соблюдать закон. Славянский межрайонный прокурор Алексей Долган сказал, что в соответствии с законом прокуратура должна наблюдать за ходом проведения выборов, чтобы не было нарушений законодательства. Будет организовано дежурство в целях обеспечения участия прокурора в рассмотрении судами исковых заявлений граждан, о защите избирательных прав граждан, рассмотрении жалоб, обращений, заявлений о нарушениях избирательного процесса для обеспечения незамедлительной реализации таких прав. В прокуратуре осуществляется контроль на всех стадиях избирательного процесса, вплоть до подсчета голосов. Сотрудники полиции и активные общественники будут обеспечивать правопорядок в день выборов. С учетом размещения избирательных участков в плане единой дислокации произведена корректировка с приближением маршрутов патрульно-постовых нарядов к избирательным участкам. Графики работы подразделений ППС, ППС, ГИБДД обеспечивают охрану правопорядка в местах расположения участков. Сотрудниками закреплены зоны ответственности по обеспечению правопорядка. Подвел итоги совещания Роман Синеговский, акцентируя внимание собравшихся на важности предстоящих выборов. Очень важное политическое мероприятие 8 числа. Все мы с вами неоднократно проводили это мероприятие. Анатолий Петрович, мудрый уже, значит, руководитель выборной кампании. Многие главы работают много лет. Славянский район у нас никогда не был замечен в каких-то больших провокациях или в нарушении законности. Поэтому просьба, как было уже сказано, законно, прозрачно, честно провести выборную кампанию. До выборов остается меньше 2 недель. Подготовка к ним заканчивается. В единый день голосования славянцы смогут в отличных условиях сделать свой выбор. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».